23 по 26 декабря в концертном зале Омской филармонии прошли губернаторские елки. Для юных омичей подготовили увлекательный мюзикл по мотивам русских народных сказок «Заветное желание». По сюжету трое царских сыновей отправились к древу жизни, чтобы пройти все испытания и добиться исполнения своих желаний. На этом пути им пришлось преодолеть множество приключений и проверок, которые должны были показать, кто окажется самым достойным. Нам все очень понравилось, очень интересно. Дети смотрели, все очень музыкально, ярко, танцевально. Очень глубокий и очень нужный, ценный посыл, чтобы все были счастливы. Также все участники праздника могли загадать свои желания, сделать фото у елки и получить сладкие подарки. Мы посмотрели представление «Новогоднюю елку». Очень шикарный праздник. Такие ребята молодцы, которые выступали. Позитивные эмоции только остались. И состояние праздника, оно прямо ощущается. Мы желаем всем добра, мира, любви. Нам очень понравилось, да, детки, понравилось? Все было супер, спасибо еще за подарочки. Очень вкусные и шикарные конфеты. Спасибо большое. В этом году участниками праздника стали не только отличники учебы и спорта, победители различных конкурсов, но и дети участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, а также юные омичи из многодетных, опекунских и малоимущих семей.